Подарок от медицинской компании получил госпиталь для ветеранов. Аппарат для разработки суставов презентовали в честь предстоящей праздничной даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На вооружении медучреждения тренажер для коленных и тазобедренных суставов «Артромод» уже стоит. Как отмечают специалисты, аппарат не является каким-то сверхуникальным. Однако второй такой тренажер госпиталю не по карману. Аппарат для реабилитации нижних конечностей, который и по возрасту, и по другим составам очень четко подходит. И вот эта благодарность, которая идет от группы компании «Бельгруз», само собой, нашим чернильцам, которые здесь будут оздоравливаться, снимет боль, продлит жизнь, удобство. Это второй такой тренажер в госпитале для ветеранов. Первый практически не простаивает ни минуты. На эту процедуру из пациентов, у которых проблемы с коленными и тазобедренными суставами, выстраиваются очереди. Реабилитацию на аппарате проходит при артрите и после хирургического вмешательства. Например, как в случае пациентки Саймы Зиаддиновой, которая после операции практически не ходила. У меня проблема была, не нагибалась после операции. Ходить тяжело было. С двумя костылями я сюда приехала. А сейчас я уже пятый сутки уже, я себя улучшила очень много.